У нас на прямой связи Алексей Мацука, шеф-редактор канала и навещания Украины Freedom. Алексей, еще раз приветствуем тебя. И, пожалуйста, первые впечатления. Ты там лично слышал 46-го президента Соединенных Штатов. И особенно важно, что ты нам сейчас скажешь, как восприняли эту речь, как сам ты ее услышал. И, конечно, это немножко отличается от того, что видеть по телевизору. С какими эмоциями и что президент сказал важного для всех нас? Конечно, это абсолютно совершенно другая атмосфера, чем это видеть по телевизору. Здесь абсолютно иная энергетика, абсолютно иная атмосфера. Люди высказывают свое отношение напрямую к президенту Байдену, к его словам, к его оценкам происходящего. Он очень много раз упоминал фамилию Владимира Зеленского как одного из новых лидеров не только Восточной Европы, но и мирового, можно сказать, масштаба. Также он сказал, о Зеленском, мы видим борющегося человека, который показывает свое мужество и силу. Мне показалось, что эти слова президент Байден в первую очередь сказал обо всех украинцах и украинках, которые сегодня борются на фронте за свободу и независимость всего того блока, куда стремится Украина. Не в сторону Российской Федерации с ее союзниками, а в сторону как раз западного мира и либеральных демократий. Важный месседж, который сообщил Владимир Джо Байден. Россия никогда не победит Украину. И мы будем защищать эти ценности. Те люди, которые сейчас на фронте, они уже защищают эти ценности. И было видно, это было буквально в нескольких метрах, я стоял от Байдена, было видно в его глазах понимание того, ради чего сегодня украинцы находятся на передовой и ради чего они защищают. Это солидарность, единство и общее европейское будущее. Мне показалось, больше около 10 раз упомянул президент Байден фамилию Зеленский. И главный еще месседж, который отправил Байден, это то, что ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз не собираются захватывать Российскую Федерацию, чем пугает Владимир Путин и его друзья, такие как Шойгу и прочие. Это небылицы. И Байден это прямо сказал, что психопат-диктатор не может манипулировать подобной информацией. Байден обратился напрямую к российскому народу, а не к российскому президенту. Запад не собирается нападать на Россию и российский народ. Мы не ваши враги. Путин выбрал эту войну. Каждый новый день этой войны – это выбор Путина. Он может остановить ее одним своим словом. Но Украина не может просто перестать защищаться. Поэтому мы вместе должны обеспечить обороноспособность. Поэтому коалиция поставляет артиллерию, танки, ПВО. Это все делают сегодня союзники Украины во главе с Соединенными Штатами. И финальная фраза о том, что на следующей неделе будет объявлен новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. И Байден подтвердил эту информацию. Еще раз, мы видим борющегося человека, который защищает свою родину. Это борющиеся украинцы. Вот, собственно, такая атмосфера. Здесь воспринимали каждое предложение президента Байдена аплодисментами люди, которые пришли специально послушать в очень холодную погоду под дождем лидера Соединенных Штатов. И, в общем, было видно, что они благодарили его за моральную поддержку, эмоциональную поддержку, потому что Штаты все-таки воспринимаются, как и воспринимались, лидером в демократическом нашем мире. Это очень коротко, кстати, это только лишь первые мои эмоции, может быть, эмоциональные, я говорю об этом. Еще предстоит много впереди анализа речи Джо Байдена, но пока что вот такие выводы первые.
Мы понимаем вашу эмоциональность, Алексей, потому что мы смотрели здесь, и эмоции действительно, они переполняют. Вот такое участие и понимание, что несмотря на страшную агрессивную войну, но происходят события мирового колоссального масштаба, в которых мы непосредственно принимаем также участие, а вы находитесь там еще и физически. Поэтому понимаем эмоциональность вашу. Мы будем ждать более такого, знаете, анализа расширенного, этого очень важно. Но вот какой вывод мы можем сегодня сделать, вот такой промежуточный? Украина стала только сильнее, автократы стали слабее. Об этом говорил как раз президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Еще вот какой промежуточный вывод, Алексей, вы можете сделать из того, что сказал президент Джо Байден? Вывод основной – это Украина не одна, украинцы не одни. Мы вместе сопротивляемся диктатуре и авторитаризму. И мы в этой битве победим. Это самый главный вывод. Не стоит отчаиваться, не стоит закладывать как-то руки. Мы точно на стороне добра и на стороне победы. Это вывод, с которым и я вернусь в Украину, и о котором должны знать наши зрители в Российской Федерации, что пора переходить на светлую сторону. Большое спасибо тебе, Алексей. Ждем тебя с нетерпением в Киеве, твоего подробного рассказа.